На реализацию указа главы республики о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской республики в 2020 году планируется направить порядка 3,5 миллиардов рублей. По-прежнему в приоритете создание комфортных условий проживания на селе. Одна из острых проблем – чистая вода. Для жителей села Чутеево Янтиковского района эта проблема не один год была на первом месте. А в 2018 году поломка водонапорной башни и вовсе могла оставить сельчан без воды. Общая сметная стоимость замены водонапорной башни составила более 886 тысяч рублей. Сумма для сельчан неподъемная. На помощь пришла программа инициативного бюджетирования. Благодаря участию в ней уже в сентябре этого года новую водонапорную башню удалось ввести в эксплуатацию. 80% стоимости было инвестировано государством. Оставшуюся сумму собрали общими усилиями. Потребность водонапорной башни была у нас очень первоочередная проблема, потому что основная масса людей питается от данной водобашни. Теперь вода есть в каждом доме, и ее можно не экономить. Но в этом году, после того, как сделали водонапорную башню, у нас теперь без перебоев подается вода. Мы этому очень рады. Со следующего года финансирование подобных проектов станет возможным в рамках указа главы. На сегодняшний день для хозяйственно-питьевого водоснабжения в республике используется почти 1400 водонапорных башен. 52% из них нуждаются в капитальном ремонте. На эти цели в 2020 году из бюджета планируется выделить 200 миллионов рублей. А конкретно в Янтиковском районе хотят заменить 12 башен. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.